Порядка 300 мальчишек и девчонок из рабочего поселка Монина стали гостями этого новогоднего представления елки депутатов окружного совета. Она состоялась в обновленном после ремонта зале Дома офицеров Монина. Событие важное для каждого жителя, долгожданное. Преображение зала дает большие возможности. Здесь создано все для проведения культурных мероприятий на высоком уровне. И гости новогоднего представления стали первыми, кто увидел пространство после ремонта. Я поздравляю вас сегодня со вторым днем рождения. Без преувеличения, сегодня второй день рождения этого чудесного зала. Каждого юного гостя в этот день ожидало много ярких впечатлений. Интерактивная программа с героями сказок, спектакль, встреча с главным волшебником. И, конечно, не с пустыми руками ребята отправились домой. Каждый унес сладкий подарок. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.